Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цей боєць харизматичний, впевнений і дуже технічний. І він вже у нашій студії. Зустрічайте, Міро Ванадзе. Майстер спорту з греко-римської боротьби, професійний боєць ММА, учасник чемпіонату світу 2016 і найепатажніший боєць України. Міро, раді вас бачити. Добре, що дісталися до нашої студії. Знаю, що зустрічали грузинську делегацію в Україні, тож справ було багато, але ви таки вже сьогодні у нас. Тож, як у вас справи, чим займаєтесь і взагалі чи готуєтесь до наступного чемпіонату? Дуже дякую за приглашення. Звините всіх, я плохо розумію українською мовою. Сьогодні я буду на російському язиці. Будь ласка, так, звичайно. Звичайно, Міро, будемо слухати вас, як вам зручно. Так. Я розкажу саме спочатку. Я вже перший раз, я вже 4 роки в Україні. Я 7 років був в збірній Грузії по греко-римській боротьбі. Це звісний вид спорту, олімпійський вид спорту. Уже 2016 я завершив борцовську кар'єру. Ну, без спорту ніде. Ну, я вирішив, щоб почати вже сьогоднішній день, 21 век, один із зрелищних вид спорту, це смішені єдиноборства і ММА. Ну, я начал тренировку в Грузии, где я живу, в Батуми. Но у нас не очень популярны смешение единоборства ММА. Там только олимпийский вид спорта. Приехал в Украину, конкретно в Днепр, и начал заниматься там. Это смешение единоборства, это не только борьба. Там есть ударная техника, там болевая техника, там ногами бити, то це там... Ну, це взагалі, я вам скажу, не так просто. Греко-римська боротьба, якимось чином, вона може бути пов'язана з іншими видами спорту, з такими от різними. Тим більше, вам доведеться змагатися з чемпіонами, які, можливо, набрали обертів у боксі, наприклад, так? Тобто, це теж складно, так, привчитися і налаштувати себе до таких от серйозних змагань. А ви готові, так, до цього? Да, да, я до сих пор готуюся, и у меня первый бой в Украине был в 2017 году, и я выиграл это досрочно, и после этого я выиграл 6 боев подряд. 6 подряд? Так вы такой непереможный спортсмен. Нас бояться мира. В Украине я ни один бой не проиграл, профессиональные в октагоне. А з ким, з яким видом спорту, з яким видом от вам довелося в ММА брати участь? Тобто це були спортсмени яких направлень? Ну, у мене база – борьба. Ваша так? Да. А ті, хто з вами був в спальні? У мене мої суперники були різні. Там був бувший боксер, бувший каратист, бувший кікбоксер. Ну, і вам довелося з всіх їх перемогти, так? Ну, я виграв 6 боїв, все досрочно. І... Чим ви берете? Чим? В чому ваша сила? Ну, это внутри не только классы, может, есть спортсмены, которые тренируются утром до вечера, они готовы, но их некоторых не хватает, может, характер, некоторых не хватает. Это все зависит от психологии, это все зависит внутри характера человека. Я об этом дошел, у меня есть один цель, я хочу стать чемпионом мира, я хочу забрать пояс, и я готов об этом. Я вообще не думаю, кто сможет остановить. Никто не зупине страшного мира. Это цели, которые
Я вибрал, и я так живу, это для меня это спорт, это не работа. Это, я так живу каждый день, каждое утро. Ну, я просто спорт для меня это жизнь. Вы занимаетесь спочатку зарядкой, чи як? Чи одразу у вас є якісь, не знаю, вправи? Чим ви займаєтесь з самого ранку і до вечора? Утром обычно меня там посыпаюсь, там сразу там чай, потом уже там разрядка, потом 11 у меня еще тренировка по барбу, у 6 уже я уже последние 3 месяца я тренируемся в Киеве. И у меня сейчас вечер, уже, ну, каждый день по-разному, там понедельник барба, там, ну, каждый день... Какие-то отдельные виды тренирования, так, для того, чтобы тренироваться в форме? Каждый день разные. И разные тренеры у вас? Не, ну, если... Я тренировался в Днепре, мой тренер Артем Кроваков Геннадович. Сейчас тренируемся в Киеве, там Педро Николаевич, известный тренер. Ну, я уважаю все мои тренеры, все мои спарринг-партнеры. И это уже мы привыкли так к жизни. Ну так, звичайно, це вже ваше життя. Але коли виходите ви на ринг, коли ви вже в спарринзі, то у вас дуже емоційна подача себе. Тобто всі знають, що ось виходить Міро, і у вас є там купа прихильників, вже вас знають, вас люблять, підтримують. От вам потрібен той епатаж, от, з яким ви розпочинаєте? Ну, вообще есть мнение, вот если спектакль, это время. Ну, я всегда был такой, я такой. Я, это мой внутренний характер. Я по-другому не могу. Если я выиграл, я всегда так отмечаю мою победу. Радиете? Ну, я даже иногда, когда ребята там в футболе играем, если я там гол, я кричу там туда-сюда. Ну, это просто мой внутренний характер. Я такой, я не могу поменяться свой. Так, а для не треба, вы такие есть. Кому нравится, кому не нравится. Это, если кто-то нравится, приятность. Ну, есть тоже критикующие там. Критикуют? А как вы до критики, до речи, ставитесь? Ну, большинство там публика, мои болельщики, их нравится. Мне тоже приятно. Ну, это просто шоу. Никому не интересно какой-то болевой прием и скучный. Ну, это смещение единоборства, это 21 век, это уже не спорт, это бизнес. Если для меня спорт... Это жизнь, и так я живу на этом. Для меня это спорт, бизнес, это для меня это всех. Я хочу, чтобы, как говорят, моя жизнь, мой бизнес всегда был на первом этапе, на высоком уровне. Так что я всегда буду стараться, чтобы всегда это было лучше и всегда было интересно, чтобы заработать тоже было ну, больше. Ну, звичайно, так. Треба більше, краще намагатися виходити на ринг і показувати себе з кращого боку. Якщо так станеться, що буде спортсмен сильніший за вас, що ви будете робити, аби його перемагати? Це в будь-якому разі так станеться? Чи ви розумієте, що ось треба бути непереможним? Ну, вообще, это спорт, там победа, поражение, это как друг друга. Ну, я всегда работаем в первую очередь для себя, развиваем. И это победа и поражение, это в жизни, там, как карьера, там всегда бывает, но... Никогда не отступаем только вперед и... Ну, бывало таке, що ви дуже вже розчарувались, розстроїлися, що
от сталося? От сталося не так, як ви хотіли? У мене був такий момент, коли, ну, це було по Барбі, коли я вже боролся. Ну, був такий момент, я весь, у мене була проблема веса, десь 10 чи 12 кілограмів. І знаєш, що там кожен перед турнір спортсмени там гоняють, там більше 10, некоторі навіть більше 15. Ну, мене не, я ні вес не зробив. Ну, останні 500 грам ніяк уже тело вообще, ну, никак я, не, ну, я не сделал вес, и это было для меня большой стресс, и я, ну, я... Ну, вот вы такие эмоциональные, переживали. Я почти полгода вообще не тренировался, ну, думаю, вообще уже все. Ну, потом, слава Богу, я нашел себе силы и продолжал тренировку. И уже такой, ну, это было раньше, когда я, может, я не был такой профессионал, как сейчас. А сейчас уже у меня ну, диетолог, и сам уже много чего знаешь, как так, контроль, там, диета и так далее. А сейчас ага, уже вы, такой... и на, вы на диете сидите? Что есть-то? Да, я постоянно на диету, потому что... Спортсмен должен всегда надо быть в форме. Если есть личные весы, и там мешают и во время тренировки, и во время весогонки. И не только я, еще есть моя команда, которые, мои тренеры, мои следуйте ребята, которые мы друг друга болеем, мы друг друга переживаем, наши победы. Мои победы не только мои, это общая победа, это команда. Если мой одноклубник выиграл бой, я счастлив, чтобы это... Это общая победа, потому что мы друг друга болеем, мы друг друга помогаем во время спарринга, во время весогонки. Это жизнь. Ну, ось ті спортсмени, які з вами будуть виходити на ринг от, в майбутньому, так? Ви їх якимось чином вже чекаєте, так? Який спортсмен, от хотілося б вам з ним побувати в спарринзі і виграти? З яким спортсменом? На соревнования, что? Ну, вот зараз вы уже очікуєте, вот, например, вот Денис Беренчик, вот он, він чекає, він там в клітці вже, я так розумію, ну, вже чекає на те, що з Міро доведеться боротись. Ну, это недавно я визвал на бой известный украинский боксер Денис Беренчик. Ну, он в свое время был один из лучших боксеров. Ну, он тоже топовой боксер, чемпион, действующий чемпион мира. Но, а как он відреагував якось на ваш запит? Он действующий чемпион мира, он боксер, я базовый борец, я сейчас выступаю по смешению единоборства по ММА. Ну, это спорт, это шоу. Думаю, это будет интересное противостояние, интересный поединок. У меня тоже есть публика, свои болельщики, которые хотят увидеть вот это противостояние. Если сейчас у Дениса есть бой против Артема Лубова, я ему желаю удачи. После боя Артема Лубова я жду Дениса в клетке. Так. Заруба. Будете чекати. Ну, насправді, треба, щоб сильний боксер і сильний, там, хто? Ви хто? Смещення, боїться ММА. ММА все одно, так? Ви не, ні, ви... це боксер другий від спорту, смещення. Так, звичайно, але ж він може брати участь і у таких змаганнях. Тобто, ви можете викликати того спортсмена, який... Ну, 21 век, такий прецедент і такий случай вже. Это уже практика, там бывает, там певица, там против профессионала боится. Ну, это уже какого-то, это уже не только спорт, это больше, чем спорт. А это
Это популяризация спорта, это развитие спорта. Мы профессионалы, мы должны будем делать вещи, которые помогают для развития спорта в Украине. И спорт больше станет популярным, чтобы наши будущие занимались только спортом. Ну так, спорт – це дуже важливо для нас усіх, але ж ММА – досить таки небезпечний вид спорту. Травмування і ось ті правила, які є в інших видах спорту, вони інші. Чи бувало таке, що травмувалися ви достатньо, і після того вже важко було вийти на наступний раз? Ну, травма – це ми… Это может бывает в клетке, в ринге, и как это может в жизни. Но там у нас есть страх, ну, может, капи одевают. Капа и, есть, так? Капи, зубы цели. Зубы на месте. На так месте. Что остальное уже я привык. Уже не страшно, зубы на месте. Зубы на месте. Так и носы тоже. Не ну, с силой. Ну, это... Ну, там это называется так, это бой без правил. Но там есть очень много правил, там очень много правил. Ну, это обычный, ну, это вид спорта, там очень много правил есть. Это просто так назвали, что это очень много правил, это очень зрелищный вид спорта. И один из... Лучший сьогоднішній день номер перший вид спорту в мірі. Для це ви так вважаєте, так? Для вас чи ви взагалі вже тепер провели аналогію з іншими видами спорту? І тепер розумієте, ну для вас це найкраще, що є? Я крім уже раніше я смотрел футбол, уже последнее время, крім ММА, я не смотрю. Тільки ММА. Да, скільки вам ще треба зробити сил вкласти, зробити боїв, перемог, щоб стати дійсним чемпіоном? Ну, это надо души надо ложить, чтобы душой надо заниматься свои дела. Если выбрал себе, ну, я просто, если хочешь стать профессионалом, если хочешь стать мастер, это надо заниматься не как хобби, как профессия номер первый для себя. И тогда уже может заработать, может стать мастер и может стать известный и потом показать молодые, что вот так. А кто-то уже дивится на вас, и вы тренуете кого-то, или вы лишь занимаетесь саморозвитком? Ну, я уже больше 2 месяца в Киеве тренируемся, потому что у меня в Днепре нету спарринг-партнер. Ну, есть пару спарринг-партнер, но это не хватает. У меня сейчас спарринг-партнер, там, ребята такой, могу сказать, что они топы не только в Украине, но они топы на своем категории. Я тренируемся с ним, такой сильные ребята. Спасибо их, чтобы они мне всегда помогают. Ну так. И я раньше тоже у меня был дед, я работал с тренером, но сейчас уже последнее время я все свои силы, все свое время я трачу, чтобы сам был готов в форме, чтобы есть у меня дальнейший уже разговор, чтобы у меня будут бои, непростой бой, который все мои болельщики ждут на этом бою. Будемо чекати. Ну що, Міро, бажаємо успіху. Нехай ваша мета стати чемпіоном здійсниться, щоб все-все склалося так, як вам хочеться. А з таким от намаганням це зробити, з такою силою, віддачею, як ви це робите, коли вкладаєте повністю себе всього і всю свою силу, енергію, то, звичайно, що так і буде. Бажаємо швидше досягти
усього задуманого. Ну і, звичайно ж, будемо вже радіти з вами перемогою. І коли вже отримаєте, то з радістю будемо чекати вас у нашій студії. Дуже дякую, що маленький. Я хочу, от мої болельщики, там дуже багато зрителей, там ждеш бої, мої бої проти звісні бойці Кенан Джафарни, і у КОС більше 30 бої професіонал. Ну, наші, є багато вопросів, там пише, там інстаграмі, соцсети, люди, ну, когда бой Кенан, ну, ребята, бой, это бой обязательно будет, ну, просто это не простой бой, это бой стоит совершенно другой сумма, и если кто-то готов организовать это противостояние, мы готовы. Но это бой будет только за пояс или временный пояс, только может быть название чемпион. Но уже есть разговоры. Ну, разные промоушены, готовы организовать это противостояние. Мы готовы, мы профессиональны. Так что Скоро буде. Дякуємо, Міро. Дуже дякую. Так, будемо чекати на цей бій і на наступні, які там ще будуть у вас. Звичайно, що будуть. Все буде. Тому з радістю тримаємо кулачки, так? Да. Вболіваємо за наших, за тих спортсменів, які представляють от щось з собою. Ну, і, звичайно, хочеться побачити і шоу, і взагалі результат, технічну перемогу. Тому бажаємо вам всього найкращого. Чекаємо ще вас у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.